Всем привет! Сегодня воюем против сербов. Сербия — земля сумрака. Вам большой привет. У нас как-то был игрок Заран с тремя аккаунтами. И мы как-то тоже воевали с сербами, и он на сербском передавал привет. Но сейчас он мало играет, у него ребенок родился. Он сейчас стал папой, и поэтому меньше уделяет игре в топе. Давайте посмотрим по очкам. 21 очко у них. Ой, 21 тапок остался. У нас осталось 73, пока ничего не понятно. По военному счету, так, 100, они там больше был. Где-то 149 мы оба были у нас. Осталось два соперника. Я возьму вот этого. Да, этого возьму. Против Микки пойдем. Микки нельзя заблочить ульту. Нельзя его навык, да, заблокировать. А он нам может заблокировать. И тривел. И против этой команды у меня, в принципе, есть ответ. У меня есть ответ в виде Рафы. Рафу возьмем сюда. Поиграем на отраженке. И остальных возьмем трех ударников в виде зеленой команды. Возьмем сюда Эвелин. Где у нас Эвелин? Потом возьмем кого еще сюда возьмем. Возьмем Эвелин, обязательно возьмем четверочную малыша Джона возьмем. Он у нас очень сильно ману будет тормозить. И надо взять еще какого-то зеленого. Можно дружка взять, кстати, да? Дружок Эвелин. Два среза будет. И малыш будет все это дело тормозить. Где у нас дружок? Затерялся. А у нас еще, смотрите, какой кролик есть. Тоже будет фигачить, да? Нормальная кролика прокачала. Эмок, правда, нет на него. Так. Что у нас по живучести? 680 на 1200. Кролик слабоват будет там. Давайте дружка возьмем. Где-то не могу найти его. Вот, все нашел. Так, у нас по отрядам сюда возьмем 11-й, хватит, ему не надо сильно бить. Эвелин 17-й, ну, в принципе, все, пробуем, да? Рафу против вот этого хрена пенька, они тут пеньков понапихали, ну, вообще очень много. Ну и ловить на контре. Дружок у нас в жире. В принципе, будет давать миньонов нормальный такой. Жиробасу тоже жиробас. Тут Эвелин тоже нормальная. Рафа не очень. И Джон. Все, пробуем, поехали. Камушка нам. Так, ну, зелененькими нам зашло раз. Так, вот я вижу зелененький снизу собрать. И потом этот мигающий справа собрать. И, в принципе, можно бомбить. Да? Так и сделаем, давайте. Кристалл не будем собирать, он 5 камней, нам надо 6. Оп! И смотрите, компятина полетела! Да, это было страшненько. Это было страшненько. Давайте запустим. Пусть она даже ультанет, это не страшно. Мы потом будем какой выносить. Она на второй ульте, да? У нее будет на второй ульте возрождение. Синенькие у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 есть, но они разбросаны. Ну, в тривла сейчас нет смысла собирать. И все, мы собрали.
Мы собрали и вынесем правый угол. Правый вынесем и покрутим в правом. Он же просто не дает ультануть, а мана набирается, правильно? Цель подавляются, дает баф атаки и регена маны дает. Все. Значит, он еще. Он что там еще дает нам? Все стихии. А какая? А, вот эта стихия с этой. Так, сначала бьем Эвелин, дружок. И Джоном полируем. Так, тут у нас немножко не хватило. Раз, два. Вот, заряжаем еще раз, нам должно хватить. Два в пустоту и два в героя. А что-то, почему не хватило? Два в пустоту же полетели. А, один, а, полетело не два в пустоту, один в пустоту. Синьки, да? Давайте зарядим синьки. Зарядим синьки. Ну, я на подстраховку брал Барила. Можно, в принципе, тут взорвать. И потом Рафы почистится. А Рафу, жалко Рафа без эмок, так бы он мог заблочить ульту Ники. Давайте так врубим. Да, все-таки 64% мощно тормозят. Он сколько камушков влетело в этого, в Микки, он еле-еле зарядился. Давайте снимем грязь, да соберем и будем выносить надежду. Еще раз бабахаем. И она сейчас нападет возрождаться. Ну, мы зарядимся еще. Сколько она будет себе? 32%. А мы сейчас снимем Эвелин. 540 Эвелин пробила под собой. Ну, нормально, нормально. Все, у нас тут пошел добивать. Давай добивать. Убивать пошел. Все, убил. Так, что будем делать? У нас сколько эльфрик тут? Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть эльфрик. В принципе, мало эльфрик. Семь, да? Или... Ну ладно, шесть, семь или семь эльфрик. Семь тапочков, это у нас еще два поля надо перевернуть. Они будут завершать. Вот это вот они дочистят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тапочков у них уйдет. Плюс разбивы. Кто у нас остался там? У нас Дрет остался, у нас Лопатуля осталась, Вован. С этим чуваком, который бабахает. У нас тут массовики, тут вот волк, который тоже блочит ману нормально так. И Кузьмич с Людвигом. Тоже адская тема. Попробуем взять Альфрику. Надо бы посмотреть, кем я ходил на той войне, да? Я точно брал мист против Альфрики. О, смотрите, тут даже пень с Альфрикой. Это вообще, короче, не имбическая связка. Тут и мамка, тут и Вивика. Нам надо брать ударников. Взять синих и взять мист с кабаном, да, например. Мист кабан. Мист будет тормозить. А нам снимать надо Тривла. Чем он у нас, что делает у нас? Режет все. Атаку режет, ману режет. Надо снимать это все дело. Фиолетовый взять.
взять фиолетовые типа Ригарда, Рейны, Сартана, например. Бабахать, да, их там. Санта-Клаус, Вивика. Санта у нас будет массовик, Вивика у нас. В принципе, только массовичок у нас Санта один. А остальные такие себе. Тут что у нас по жирности? Если мы зарядим. Ну, давайте попробуем. Вообще-то нам тут нужен этот. А ну мы тут с камушка сильно не поиграем. Мы тут с ульты больше играем. Тут еще тривел под критами. У нас справедливость есть, кстати. Можно отыграть на справедливости. Блин, наркомания какая. Демист. Вот так вот возьмем. И возьмем Ригарда. Какого нам надо взять? Мы можем взять Ригарда на... Не, давайте возьмем жирного Ригарда. У нас, кстати, Эл-Радир не блочится от Альфрики. И у нас еще есть на уклон Ханитра. Рискованно, конечно. Давайте так попробуем. Рейна будет слабо, а нам надо быстро убивать. Самый быстрый шотер это у нас, самый сильный это у нас Сартана. Так, по силе мы кому отдадим? 853, 702. Ну пусть будет так, вот поменяем отряд. Тут заменим. Все, план такой, блочим. Сразу дивану туда закидываем, справедливостью полируем. Заодно урон проверим, да? И если что, потом Сартана и дотыкиваем. Поехали. Ну, желтый мы нашли. Вот. Желтый, фиолетовый есть на поле. Давайте желтенький начнем собирать. Так вот, раз, по 272 запомнили. И справа будем бить. Нам, в принципе, если мы сейчас вынесем этот фланг. Да, вот тут вообще красота будет. Давайте смотрим, сколько урона нанесем. Где-то 170. 200, да, ну да. Потом бахаем дивану туда же сверху. По 500 будет, да? На Альфирику смотрим. Угу, 502 нам по мамке. И полируем. Сколько у нее урона тут? 856. Давайте. 420. Ну, 500 дивана бьет и 420 бьет справедливость. Ну, в принципе, недалеко по урону ушла. Так, добираем. Собираем фиолетовый, точнее. У нас главное Вивику не зарядить. Вот, хорошо, смотрите. Бьем мамку да выносим. И дальше поищем. Снова желтенький поищем. В принципе, тут мисс за бронереза вполне может зайти. Пока Ригарда не активируем. Кстати, Ригард вкачанный в костюм, а игра его без костюма. А в костюме у него саты да, довольно сильнее. Давайте еще раз смотрим по урону. Сколько у него брони? 1040 брони. В принципе, стандартный показатель. Бьем мист. Ага, стойкость. У нас все равно это срезалось у него. 500. Угу. И где-то 400 тогда будет 40. Как я точно угадываю.
Профессиональный... Какой профессионализм. Какое-то слово похабное. Так, ушки. Вот, короче, качаю второй мист. Уже качаю месяц, не могу докачать. Сорвался, короче, я и Александрину решил прокачать. Нам 12 труб или 13 труб. В принципе, качную, хороший хил. Буду его как-нибудь заигрывать, пробовать. Дам ему эмо, как раз у нас сейчас под ДСМ-ками идет церковника. Можно, в принципе, я эту мисс думал взять с кабаном, чтобы она разгоняла хпшку. Нам так и так, и если мы не зарядились, то мы пролетели, а если мы зарядились, мы тормознули и нормально затащили. Кстати, вот метель, вышел аналог у этого, у песков новых, аналог есть. Вот этот вот, Скоротек, бомба Скоробей. Я мельком видел его, призывает, ага, атакует, бомба лечение поглощает, бомба взрывает через 3 хода, нанося 300 урона. Если такая же механика, как и у метелицы, то значит будет, если на циркачей бить, и циркач будет снимать вот эту вот бомбу Скоробея, а не это он по-любому через 3... А как это? Поглощает лечение, исчезает, когда впитает. То есть призывает бомбу, он атакует. Если его сразу выхилить, то она, бомба, не взорвется. А если ее снять, бомба Скоробей, нет, а паразит, она, получается, циркачом не снимется, потому что это не дебаф идет, это миньон будет висеть, скорее всего. Паразита для цели. Паразит. Да, это паразит его. Тогда это хуже. Это намного хуже метелицы. Так, еще будем брать? Альфрику будем брать еще? Чем будем сейчас тормозить? Какие у меня сейчас тормоза есть? Ну хорошо, прямо заходит малыш Джон и мисс вообще на ура. Ультанул, и они все в тормозе. Ну, примерно давайте накидаем ее, в угол, например, поставим. Возьмем кабана, да, кабана можно взять. Вообще можно байонга взять для воротов. Можно ханитру взять, да. Например, ханитра и кабану, такая вот связка. А бить чем будем? Чем будем бить? Можно туда же три массовика туда. Можно фога взять. Фога и белку. Как раз будет разгон камней, туда будем закидывать. А можно взять пинги. Кого же взять? Я бы взял Элродира, например. И Алмура взял бы, да? Нитра, владычица, гули-були. Гули-були, Элродир. Давайте посмотрим на мамку еще, где тут. Ой, на мамку. Вот тут вот, это вообще жесть какая-то. Сюда не хочу. Вот сюда вот можно. Он как раз нас заблочит и не даст. Мист не даст повесить. Баф, да? Тогда можно сюда взять. Курли лупанет по нам, больно будет. Давайте, все, я сюда вот придумал команду. Возьмем, как я и рассчитывал, вот так вот возьмем и в уголок. Ханитру возьмем, кабана возьмем. И возьмем фога. И белку. Белка, кабан, хилим.
Это хилер, ханитра, ну, такое тоже хилер. И кабуну нам надо... Кабуну у нас хоть восьмой навык, тут восьмой навык. Кабуну надо дать самый толстый отряд, потому что он будет там дамажить нехило. Дадим тут 17-й, вот так вот, 23-й. Все, пробуем. Камушка нам. Так. Тут у нас есть зелененькие, вижу. Моргает, да, и заодно можно мамку сейчас прокинуть. Мамку прокинуть, и может еще вылезут желтенькие. Тут вот, по подсказке собирать красно-зеленый такой себе, потому что в Альфрику полетит три камушка. А мамку можно крутануть. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Ну, фиговенько. Ну, давайте соберем. Вот, смотрите. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я предлагаю вообще мамку убить. Мы сейчас тут... А мамка может, знаете, что сделать? Она может заблочить эту херню. Правильно, мамка может заблочить. А мы потом фогом убьем 900. Блин, мы потом мамку с 900 не убьем. Нам надо блочить центр, чтобы не активировалась ульта. К новым усилениям иммунитет. Вообще нам надо в правый фланг бить. Я потом хотел взрывать зеленые. Так, что нам делать? Мамка плохо. Видите, мы мамку запульнули. Нам, если сейчас мы даст срез брони, она же 3 будет бафа вешать. И не факт, что она все 3 заблокирует. Так, а потом пробовать надо. Пробуем. Сейчас мы, ну, сейчас мы тут заблочим центр. Мамку ультанет, да, даст отхила, как бы. Все заново придется. Давайте рискнем. Нам надо, чтобы срез повесился. Все, срез повесился. Даем кабана на оверхил. И даем ханитру нового роты. Бахаем, желтенький. Вот, смотрите, сейчас мы убьем, зарядим, снова желтенький пробросим. И потом в правый фланг лупанем. Да! Мой план сработал. Блин, вообще, перфекто. Так, давайте в этого... Какая красота вообще, жесть. Да, такой вот мисс, такая вообще супер девка. Вообще кайфую от нее прям. Мы сейчас можем убить этого чувака. Этого не убьем. Этого убьем. Альфрика пусть ультует. Мы под уворотами, под всем этим делом. И пусть ультует этот сэр Курли. Не будем обзывать их. А с Хеймом потом тут покрутимся. Правильно? Правильно, если дать ультануть Людвигу, он потом Хейма. Хейм потом нас разорвет. Сколько у нас ходов тут? У нас тем более один ход еще будет. Один ход и побахать будет. Давайте убьем его. Да,
Давайте курли активируем. Пусть он по нам бабахнет. Сколько у нас уворотов еще будет висеть? Еще один уворот будет висеть у нас. Пробуем. Заодно мамку зарядили. Смотрим на увороты. Че, по всем попал, да? Опа, а тут сработало 3... 3 из 5. А там вообще не было 0 уворотов. Вот такая вот она рандомная. А этот пронес урон? Я что-то не заметил, кабан. Кабан должен был пронести, я вот профукал этот момент. Снова заряжаемся. Сколько она дает? Три хода. Три хода. Нам сейчас нет смысла ее. Нет смысла. Держим пока. Держим. Нет, да, держим. Нет, не держим. Держим. Где же наши желтенькие? Ой, фу, зелененькие. Снова какая-то ерунда. Можно синий кристалл собрать. Он нам даст что-нибудь? Я не знаю, что он нам даст. Черт, Хейм там сейчас будет бабахать. Вот у нас сейчас будет ультовать кабан, кабанус. Тогда снова заряжаем курли. И кабанус, вот кабанус пронес свой урон. Смотрите, мы сейчас в курли нам сколько камушка? Нам одного камушка хватит? Хватит. Давайте так и смотрим, кого Хим поднимет. Хим никого не подними, он сейчас взял и всех поднял, да? О, смотрите, какой он. Какой дядька. Вот так вот раз. Снова кабана. И давайте Хейма выносить. Все, тут иммунитет. Блин, Хейма не добил. Ладно, кабана ждем. Да? Кабан сколько еще? Еще два хода. Пока крутим. Ну вот, пришли камушки нам. Это просто шикардос. Мист. Вот я держал ее. И это просто шикарная карта. Так, мы сделали. Мы три альфрики бахнули, да? Правильно? Три альфрики бахнули. Маркус и цито какой-то. А, нет, мы бахнули две альфрики и пеня бахнули. Так, там я видел, противники тоже у нас шотают. Ну, у нас, смотрите, по шотам прям вообще нормально мы бабахаем. 57 тапочков. 19. Ну, 57 мы пока в плюсе. Что у нас дальше осталось? В принципе, одну альфрику жесткую взял. У нас остались желтенькие. Джун остался, Ури остался, Байонг, можно их взять. И взять, например, Маргарет на уклон. Кстати, неплохая идея она. Если даст уклонение, то ворота будут от Альфрики. И мамку взять к ним, да? Ворота и мамку, как вам такая идея? И еще одну Альфрику. Тут не будем брать. Еще одну маму. Ой, что говорю? Еще одну Альфрику давайте возьмем. Вот это вот прям жуть жуткая. С Исрадом. Крампус. Блин, если Крампуса зарядим, нечем снимать будет. Крампуса не пробьем. Тут тоже, тут вообще два таунта. Людвиг. Конечно, мисс против Людвига Альфрики заходит на ура.
Так, что у нас еще есть? Пинги есть, да, против таунтов можно разрядиться. Дружка мы одного потратили. Метель. Метель как в семью забабахать. Но она не даст у воротов, у этих корешков. Пинги можно разыграть снур. Так, пинги и снур можно разыграть. Еще одна наркомания, да? Тоже фиговенько. Ну, таунтов хватает у них. О, тут вообще люди по центру. Ну давайте попробуем сюда вот, которую я команду. Если мы соберем, мы тут бабахнем. А потом, если мы даже соберем наших желтых, мы альфильку бабахнем, а потом крамп закроется. Крампа нечем будет выносить. Взять синих. В принципе, я отыграл три тапка на этом, на два тапка на желтых, да? На зеленом отыграл. Возьмем синих, возьмем пинги. О, да, пинги возьмем, возьмем Кирилла. Возьмем потом Торна, да? И возьмем Рейну, например. Пусть он там бабахает. Рейну и этого. Блин, вообще трибл взять. Прикиньте, если зайдет. Блин, если это зайдет, это вообще будет жесть, жесть, жестко. А чё я в натуре? Я вот... Кстати, мы когда били желтого мифического титана, я трибл брал в тапки. И они вообще там тормозили его там и выживаемость давали. И еще та команда была мощняцкая. Вот такой вот состав. Рейна и пинги против этого, против крампа. Ударников тут нету, нам, в принципе, не страшна Вивика со своим срезом. А мы тривлом, если что, будем жестко контрить эту всю тему. Поехали, пробуем. Ну, камушка нам. В такой-то... как бы в такой-то, как сказать, в такой, на таком бонусе и камушка не пожелать. Вот я вижу, все, я вижу три камушка снизу и три камушка сверху. Блин, вот единственный минус, что если мы опустим вниз, у нас тройка полетит в крампа. Сколько, если мы четверку соберем снизу? Раз, два, три камушка. Три камушка и два камушка сверху, да? В крампа полетят у нас раз, два. Три камушка полетит. Четыре, пять. Пять тоже камушков. Ну, это при хорошем исходе. Не, давайте соберем просто тройку, не будем четверку собирать. Тогда у нас один камень в флику полетит. И сверху соберем двойку. А потом, может быть, что-нибудь вылезет. Зачем нам сейчас 7 камней собирать? Давайте так и попробуем. Вдруг здесь что-нибудь еще вылезет. А, все равно четверка, да? Блин, как бы сейчас у нас крамп не ультанул. Ну, пробуем. Все, это очень замечательно. Нам, по сути, сейчас крамп не страшен.
Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Потом я буду прокидывать камушки в Крампа. Как я буду прокидывать? Я могу вообще зеленый кристалл собрать. Давайте сначала пинг ультанем, посмотрим на урон. Он должен в районе 1000 пробить. Так, 900, да? По крампу. Будем работать по крампу. Сот 47. 150 где-то, наверное, синий камушек нанесет, да, урона и морда. Вот я вижу ход. Вот этот наверх подниму. И подтянется фиолетовая тройка, подтянется. Может быть, еще что-то выйдет и там дозарядит. Нам, в принципе, сейчас зарядка крампа не страшная. Нам надо собрать фиолетовых. Мы Рейну запустим в крампа, и он там дотравится. Главное не активировать эту мадам справа, Лиду. У нас один в пустоту полетел. И два. Получается, это будет один, два камушка. Еще нам надо один камушек чистый. Морду синюю взорвем. Это будет пол камушка. Вот так вот попробуем. Все, Лида на ульте сейчас будет. Сейчас полезет у нас. Этот отхил пойдет. О, че я туплю? Фак. Я так зациклился на этом, на фиолетовом, что профукал синий. Что у нас по миньонам? 150. Ну, не так страшно. А у нас 4 хода будет отхила, да? У нас будет 4 хода от хила. У нас есть зарядка Рейны. Что делать? Может быть, дать мамке ультануть? Альфрика же не зарядилась. Пусть мамка ультанет. А сейчас все поле бабахну сейчас. А Альфрика вылезет, и мы не сможем убить, потому что он скрам, сволочь. Блин, мы ему сейчас броню не порежем. А тогда разряжаемся в него. Два хода на смешки. Это много. И у меня сейчас Оля полетит. Черт. Я сейчас не смогу убить. Ну, хорошо, это. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как хорошо. Лида, 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 ультуй, пожалуйста. Почему ты не ультуешь? Блин, Лида, что ты делаешь? Нам не хватает.
Блин, нам не хватает, не хватает нам урона. Да нет, Крамп, пожалуйста, больше не надо ультовать. Один ход. Все, сейчас надо выносить Крампа. Он сейчас снимется, насмешка. Вот, хорошо, это очень хорошо. Режем еще раз. Режем еще второй раз. Вот херня же, блин. Давай, 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 в крампа, давай. Еще раз. 148, смотрите, какой жирнючий. Какой жирнючий. Блин, да пожалуйста, да травися. Что ты делаешь? Почему ты не травишься, брат? 146. Ультуем. Ох, там мамка на жире, капец. 3-400 у мамки, прикиньте. Три четыреста у мамки, офигеть. Не успели, короче, время заканчивается. Не успели, и тут это еще сучка ультует. Лида. Пизда. Вот так вот, раз. А, нет, нет, нет. Что я сделал? Не надо было, не надо было. Сейчас она... Блин, она же сейчас будет ультовать. О, слава богу. Это, конечно... Блин, это что-то я в конце даванул. Фиолетовыми идем добивать. Фиолетовыми. Давайте пня возьмем. Пни тащит, будут тормозить. Будем пня возьмем и сверху кого возьмем? Квинта возьмем. Давайте квинта. Пусть он шарахнет по всем. А здесь мы возьмем еще ударников. Две Машки возьмем, да? Прикиньте, такой став. Без хила. А если у нас не будет этого? Че херня будет? Нет, плохая идея. Это плохая идея. Можно Виктора взять. Ну не, нам в идеале надо убить всех. Пусть бьет сильнее он. Сишат у нас на мане же, правильно? На мане хватит. Хватит.
Поехали. Да. Ну, добьем, наверное, здесь. И здесь зарядимся. Ну-ка, а сколько сейчас у нас бабахнет квинт? 500, да? Давайте лиду вынесем, чтобы не мешалось. И вот так вот сделаем, она догорит. У меня три шота, 3, 4, 5. Остался один, да? Подри, как отвоевал у нас подрик? У него шот, шот. Два шота. Да блин, по очкам посмотреть проще. У него 6 шоты. Ну, я не знаю, что там дальше собирать-то. У меня есть еще желтый есть. Надо было оставить этого Рафу. Так, мы поехали дальше. Я, в принципе, у нас осталась последняя поляна. Я собрал тапок себе, можно и на пня сходить. Мамка осталась Токси, как раз Токси против пня. Ну, самое главное успеть зарядить Токси. И тогда все будет хорошо. Можно даже сходить снова на эту команду. Против Микки тут нормально будет. Тут, ну, тут не так все бьют. Жестко. Это жестко. Ну, возьмем по лайту, чтобы был шот. Чтобы было красиво. Много очков было. Кстати, я вот иногда у меня такие комментарии бывают веселые, как на прошлой войне. Один Денис только посмеялся. Вы комментируете хотя бы свои мысли, эмоции, недовольство или какие-то высказывания? Интересно же его читать. Может быть, я вот про рассказывал про динамик. Кстати, мне динамик починили, вернули. Могу про динамик вам рассказать, про сабовые, что как он теперь играет. Играет, конечно, и с плюсом, и с минусом, потому что уже не заводская сборка, а ручная. Ну, давайте цель выберем. Так, я хотел взять... Нет, я мысовиков не хочу. Снова сюда сходить. Бах-бах-бах, и все, да? Чё париться? А люди пусть поиграют, я... Две альфрики вынес, в принципе, хорошо. Да, давайте сюда. Тут Микки противные, у кого-то могут проблемы с ним возникнуть. Джуна сейчас переоденем заодно, чтобы он еще сопротивлялся. Мамку возьмем, Токси возьмем. И Байонга. Джуна чуть поменьше будет у него урона. Но зато он будет у нас монахом. Мамка монах. Да, сейчас я последнюю войну довоюю и приду чай пить. По урону мы дадим сильный отряд ему. Аурею дадим отряд. Ну, в принципе, все. У нас Токсикандра против вот этих двух чуваков. Микки... Микки Мау? М? Микки Мау? Нет, просто Микки зовут его. Ну, если что, мамка будет там терпеть все это... Все это... Мама, а не мамка. Да, мама, правильно. Мама Севера, а не мамка. Что ты называла? Мамка ее. Все, поехали.
Поехали. А, напишите в комментарии, кто-нибудь смотрит снукер, вообще кто-нибудь знает, что это за вид спорта такое, интересно. Может быть, есть у нас поклонники. Что это интеллектуальный вид спорта. Так, у нас есть дикая прокрутка в пне. Вот такая вот. Тут полетит раз, два, три, четыре, пять, шесть камня полетят, шесть камней. И вот тут полетит потом, бог ты мой, там все полетит. Там, короче, пень зарядится и нам раздаст. Можно вот этот вот вверх поднять, и зелененький поднимется, но это все равно прокрутка. Ну, нет, вертилу можно крутануть. Так, ищем еще ходы. Так, что у нас еще есть? Что у нас Мам, не еще? говори, боже, не говори, мама села. Ну, такая карта есть в игре у папы, так называется. Так называет ее Мать Севера. Нет, мама села. Ну ладно, пусть мама Севера будет. Нет, мать села лучше Да будет. как тебе нравится, мать или мама Севера? Мать села. Мать Севера. Давайте так вот попробуем, посмотрим. А, ну да, мы сейчас вот так вот зарядим. И зарядим токси. И у нас будет контра, ответка пню. Так, мы под замедлом диким. Надо нам снимать. И что дальше будем делать? По-любому снимать надо. Уля, 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 уля. Тихо. Зеленая тройка снизу есть. Можно по подсказке справа собрать красные. Блин, у нас никак не собирается желтые. ХПшек мало, вот да попробуй вынеси его. Ну, это по-любому Бертила ультанет сейчас. Блин, 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 это очень плохо. Сейчас у нас будет срез, да, срез будет. Можешь мамку включить. Включить мамку, пусть повешает хотя бы миньонов там. У нас Токси докинула один камушек. Значит, нам надо два камушка собрать. Раз, два, три, четыре. В принципе, да, я вот сейчас могу собрать. Ага, она сейчас резко будет маны. Я хотел эти четыре камушка собрать. Вот эти вот три камушка, да? И нам бы Токси, а нам не хватит все равно. Это, блин, не хватит. А нет, у нас с мордой получается четыре камня. И Токси докидывает пятых, не хватает. Сейчас будет у нас срез. Срез будет. Так, надо собирать, собирать желтые. Желтые как-то собрать надо. Вот гады, они никак там не хотят собираться. Давайте вот в нее и ультанем и прокинем сюда. О, у мамки сработала пассивка, у Джуна пассивка сработала. Не мамка. Да, у мамы севера, да, Ули. Мать Мать Севера. севера, правильно. Ну, заряжаем Токси снова. И контрим, если нам не заблочит он. Опа, щит маны. Смотрите, как ему хорошо. Щит маны, Уля. Щит маны.
Так, у нас сейчас будет... нам подожжет нас. У нас тычки будут, да? Тычки по нам будут. Мы снимем удары. Ой-о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 й. Мы живем. У нас должно хватить хпшек. Слава богу, тут нету никаких возрождателей. Так, да, выносим. О, давай его вынесем. Что у нас? Ага, подушку подняла, какая сильная. 300 тут добьет его на камушек, я еще рассчитываю на камушек. Ага. А в игре камушки же двигаю. Я ударил, что там у него, не посмотрел. Ну, ультанул. А вот ты нажимаешь на героев, и они там выкидывают всякие картинки, вылетают из них, помнишь? Вот я нажимаю на них, и они там выбрасывают свои способности и вылетают. Да, у нас то самое любимое у тебя выбрасывают камушки. А камушки, что я говорю? Так, тут он догорит. У нас время, да, заканчивается? Нам ускориться. Нам надо ускориться. Давай, умирай, умирай, умирай. Ах, черт. Выносим. Мы как-то играли турнир, с дочерью я играл. И был трехзвездочный турнир, и мы на этом турнире постоянно кем-то ультовали. И Юле это нравилось. А, мы этим... Помнишь, мы клоуном колотушкой били? Весело было. Ты нажимал, и он такой, бум, колотушка, такой, бум, да? Да, сейчас, правда, что-то колотушкой мы редко играем. Так. Все, мы сделали 4 шота и разбив-добив. 19, 25. Ну, впереди. Так, ну, все, вернемся по завершению. Ну вот, война и закончилась. Мы победили 7600 против 5900. Заметил, что воевать. Вот мы были на 20-м коэффициенте, и когда проигрываем, падаем на 19-й, автоматически нам дают слабее противника, и воевать на таком высоком коэффициенте выгодно. На 20-м мы всегда бьемся против топа, либо против топа, который упал на 19-й. А если мы падаем на 19-й, то нам дают слабого соперника, что, в принципе, сейчас и было. Хотя у них нормальный был военный счет 149, да? У них остался он 148. 48,3. 149. 900. И получается, ну, вот такие вот качели, то сюда позволяет нам и с топами воевать, и расслабляться на противников ниже. Так, ну все, у нас 16 из 25. Нам еще две войны выиграть и будем закрывать сундук. Пишите, если интересно, как САП играет. Пишите, если знаете, что такое снукер. И могу также вам какие-нибудь другие интересные истории рассказать.